Так. Тряска камеры. Зачем нам тряска камеры, блядь? А? Не надо. Обойдемся. Режим дальтонизма, блядь, нормальный. Надеюсь, что вообще нет его, блядь. Режим переключения прицеливания. Включение режима. Включить, если при переходе в режим прицеливания вы хотите использовать переключение места удержания. Нет, хочу удержание. Переключите режим использования заклинаний. Некоторые заклинания можно использовать в режиме переключения управления. Включите этот параметр, чтобы иметь возможность использовать эту функцию. Или выключите, если вам не нравится такой способ. Я, честно говоря, не совсем понял, что надо. Так. Если вам не нравится такой способ. Некоторые заклинания можно использовать в режиме переключения управления. Включить этот параметр, чтобы иметь возможность посмотреть эту функцию. Переключение меню джойстиков. Во время специально меняются местами функции левой. Бля, зачем? Нахуй я такие? Левша. Нет, тоже. Мертвая зона камеры. Ех, хрен его знает. Чувствительный курсора. Че, ее можно на мышке играть? А? Ну-ка давай гуглим. Сподручнее было бы, конечно же. Хогвартс. Легаси. Легаси. Именно вот Легаси, блядь. Так. Xbox. Дус Хогвартс Легаси. Have keyboard and mouse support. Hogwarts Legacy had gone live in early access. Unlike the PC function, the game has gone live on some consoles that are different releases should do for both consoles. Interestingly, Microsoft console often the best both worlds support. Excellent part of console, I agree my exam. Так, сейчас можно взять мышь, просто воткнуть и попробовать. Будет что-нибудь или не будет, потом можно от этого плясать. Так, вставляем. Так, оба, ничего себе, все движется, охренеть. Так. Думаю, окей, хорошо, ладно. Не будем терять время, но это надо подключать, а то сейчас пока есть желание играть вообще. Мертвая зона. Так. Визуализация аудио. Мертвая зона. Чувствительный курсора, прозрачность. Ладно, блядь, что до хрена нахуй. Прозрачная визуализация, навигация на мини-карте. Включена прозрачность мини-карты. 65, нормальный аспект. Высоконтрастный. Высоконтрастный. Что, блядь? Контраст. Продолжить. Режим рендеринга с высокой четкостью, при котором делает упор на разрешение графики. Так. Сейчас посмотрим. Там были, я думаю, все, что ниже 30 FPS, ну, 60 FPS, это как бы не очень будет. Моды они называются. Видеомодс. Так. Какие есть у нас? Характеры сам. Суппорт листа выбран. Так, прям спишем, блять, с этого просто сейчас. Виделинте. Фиделите. Фи. Ди. Ли. Файдалити. Так все игры у меня начинаются, кстати. Причем у нас стоит, ну,
настройки уже как все они по умолчанию уже вроде хорошо. Я начинаю их делать хуже, потом возвращаюсь обратно. Перформансы. Где-то же я читал, выскакивало сообщение. Hogwarts, Decent, DAS, короче, поддерживает какие-то моды, где был FPS. Дело по соглашению, короче. Перформанс кусок в кадрах, при котором делался упор на производительность. Баланс режим рендеринга обеспечивает баланс между решением качества графики и производительности, доступно только на устройства ввода, которые поддерживают данную функцию. Баланс это у нас, как видим, конечно, блять, все же слишком просто будет, если... Так. Перформанс. Это у нас 60 Hz. Хорошо, баланс это у нас... Так. Где-то где я? ВКонтакте это я видел. ВКонтакте что-то не работает сейчас. Видео мод. Все-таки, мне кажется, под этим должно быть что-то. Андрей Шпилибекант, Моника Вальтит, Фанзо. Вернее, не модус. Квалитет 30 FPS. Где их квалитет? Квалитет нет, блять, такого вообще. Филдинг стоит. Форрест, Зофертман, Айн Шпрехинг, то что он бильшим безитст. С Xbox такая фигня постоянно, что нету этих достаточно информации. Бля, играли бы сейчас на компьютере, там, блядь, столько бы ссылок было. Просто, блядь, хоть жопа жули. Как Петя говорит. Сприн вайтом. Так. Написать режимы. Это пиздец. Капец, так, ну вроде нашли. Ой, сколько вот надо было задать, это ужас. Это ну, где-то 10 страниц я прошерстил, что ну уди, ну что ж ты теперь это с рекламой, уди. Режимы высокой производительности качества. Предположительно. Ага, заебись. Разрешение 4К при 30. Так, 4К у нас даже не пахнет, так что friendly отметаем. Friendly разрез рейтрейсинга. Бля, нет такого, блядь. Что за... Перформанс. Режим высокой производительности предположительно 1080 60 FPS. Баланс 4К у меня тоже нету. Half-frame режим обеспечивает. Обеспечивает максимальный производитель, который доступен только для применения устройств воду. Так, HFR. Ну вот этот надо попробовать, если он есть. Это должно быть 1080p и 120 FPS. Жик.
Как тот, этот, который приходил на шоу талантов и говорит, я могу читать за минуту 10 книг. Берет книги, просто их пролистывает, говорит, я их прочитал, блядь. Получите свои награды. Прижите учетную запись фан-клуба Гарри Под. Ё-ма. Мне кажется, я не в том возрасте, чтобы вступать в фан-клуб Гарри Поттера. Ваша учетная запись, чтобы открыть доступ к эксклюзивным наградам. Приносите свои... Куда привязать? У меня нету. Сейчас же надо будет что-то задавать. Побегись, нету, нету. Встань. На спине этого гасона черного гиппопотама вы можете парить в небе над Шотландией. Новые верховые животные становятся доступны в меню снаряжения после того, как вы при продвижении на основной сюжет разблокируете гиппогрифа по умолчанию. Хорошо. Хогвартс наследие набор. Это вот эти плюшки за 10 евро. Вы разблокировали верховное животное Фестрала, набор с внешним видом темных искусств и боевую арену темных искусств. Так, новые верховые животные становятся доступны в меню снаряжения после того, как вы при продвижении по основному сюжету разблокируете гиппогрифа по умолчанию. Хорошо, доступны к внешнему виду можно получить через меню снаряжения, наведя курсор на снаряжение того же типа, выбрав опцию «Изменить внешний вид». Боевая арена становится доступна запретному месту, как только вы продвинете по основному сюжету достаточно далеко. Отлично. Гарнизонная шляпа. Какая-то, похоже на какую-нибудь... Царскую эту при царе Грозном. Чего там красный чуть добавить, точь-точь. У нас на детально то. На создание этой гарнизонной шляпы с замысловатыми деталями вдохновила темная сторона магии. Доступ внешним. Давай. Возгинись кверх. Так, яркость. Один, два, три. Так, яркость. А, вот она. Двигатель ползунок, пока изображение станет едва заметным. Я всегда делаю на один. Больше. Зачем нам? Принять, погнали. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Моя мечта сбылась. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам, моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашим уникальными с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элеазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Пока, Кируша. Так, начать игру. Выбираем персонажа. Так, никого не вижу, на меня похожего. Можно лицами. А это у них там одежда, что ли, разная ничего? Вот это кто? Женщина. Цветоволосых мужчина есть. О, это же я, слышь. Это же я. Рон Уизли, только это. Похоже на Рона Уизли. Так. Или вот это кто?
Что-то они какие-то темненькие здесь, нет? Его уходу сильно пострадались. Вот. Не знаю. Это кто? Так, от этого или вот этого? От этого. Это же я, нет? На себя я могу и зеркало увидеть, так что. Цвет кожи. Так, если, короче, вот этого, допустим, к примеру, вот этот я был, еще кто здесь был такой, более-менее еще, так сказать. Допустим, если я этого возьму, да, то он, я могу ему же и цвет выбрать. Было бы, конечно, намного проще, если был бы просто Гарри. Я хрен знает, ну это жестко. Ну попробовать себя, типа, да? Ну давай, хорошо. Да, я думаю, похож этот. О, очки. А ты шо? А ты шо? Вот эти, ну возьмем, что, какую-то. Ага. Так. Не я. Может я? Может быть, не я. Может вот этого брать, да? Так, Олег бы сказал, что вот это я. Я думаю, вот это я. Ну, не похож что-то на меня, слышишь? Это, блядь, ну, вроде похоже, что нет. Так, прическу. Просто тыкаем все подряд, пока не увидим что-нибудь. Это все женские идут. Это женская. Ну как? Ну, да, женская, блин, ну. Все не женская. Я раньше вот такую прическу хотел. У меня не было никогда столько волос. Ой, это этот. Как он называет? Брэд Питт. Ярость. Это официант, блядь. Половой. Афро. Ладно, все, короче. Цвет волос. Да, именно вот этот у меня, ну. Цвет грязи. Короче, вот такую возьмем. Состояние кожи. А что с моей кожей? У меня отличное состояние кожи. Веснушки и родинки. Нет у меня ни того, ни другого. В принципе, и очков-то нет, если честно. Ну, это какое-то палево, слышь. Кто этот? Не-не. Это не то. Не надо. Сейчас зеленые глаза сделаем. Карие какие-то.
Где зеленая? Сиреневая, да, блядь. Вообще нету, но. Цвет бровей. Почему он должен отличаться от волос? Непонятно. Где там было, где? Сколько это, какой у нас примерно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцатый примерно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да? Пошло. Так, а какие у меня брови? Такие? Да, где-то такие. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe that was quite something. I am indeed a student, but I could A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Анатолий Поттер. Именно так меня зовут. Волшебница? Нет, волшебник. Чё, всё, блядь, на английском будет? Ну, ладно. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spell casting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quick.
Надо сказать, первый вижу. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before you tell me. Так. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Then I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been too long. When I received your owl, I must say I best not speak. Гопник. Eleazar. Of course. Помимо по дороге ховод. We have started to feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Подожди, коня нету. А, они невидимы, наверное. Тот, кто только видел смерть, может видеть этого коня. Но это не точно. Будем полировать английский. В принципе, субтитры есть, а завтра уже потом скачаю немецкий. Что? New student? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. Mm-hmm. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get Короче, a new student up to speed before the term begins. Суть в том, что, ребята, сколько бы вам ни было лет, вы всегда можете туда попасть. Ну, то есть вам не обязательно быть там, сколько карий было. То есть на старым жопам тоже может прийти когда-нибудь. Надо верить в чудо, в сказку. Have you seen this? Газетная статья о Ранкоре и восстании гоблинов. Ранрок, really надо запомнить, это походу какой-то... Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Ты только об этом сейчас вспомнил. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via last thing she sent me. But with no correspondence, I can only assume that she had to get rid of it quickly. To keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that? Гоблинское, ничего себе. I don't see a glow. Nor do I. И камеру завтра подключу тоже, потому что сегодня ничего там. Рожа неснимаемая. Просто она откусила пол жопы от кареты. Вместе с этим. Ничего себе. Я думал, он открыл, потому что он типа такой талантливый. И вот в очередной раз подчеркнули. Я талантливый, конечно, наверное. Он просто попал ему в руки, он сразу и открыл. Вот этих сразу видно стало. Ага. Типа они увидели, как его рубанули, да?
и сразу начало коней видно. Но это не точно, опять же. Они увидели, как кого-то убили. Тут же не увидели. Да, блядь, вот это самое важное, поймай, да. Где же этого? Какие? Телепорт. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiganworld potion. That stuff will right you in a second. Исцелиться. Нажимаем вниз. И исцелились. Мне бы тоже такая кондель не помешала бы. Сейчас. Еще три штуки есть. Андали Поттер. На летающую карету. А, в смысле... Это не это было, походу. Драконы... Это был не... Портал. Откуда он знал, что это портал, блядь? И, то есть он сказал, дай руку, то есть он уже как туда ты мог знать это. Может, это просто ключ какой-то. Он сообразил такой, чик-чик, надо схватить за руку, поймать ключ. Молодец, Сары. Ну это ж твоей жены, это кондель. В принципе, чё бояться-то сильно-то уж. Так что, я думаю, это не по-любому не ловушка. Те, кто знает, какие у них отношения с женой. И как она погибла вообще. Старый. Ты там что-то намутил, честно скажи. Цена какого-то еще. Забрал его, типа, говорит, слышь, поедем. Директор сказал, мне надо тебя потренировать. Ага. Потренировать. Вполне ошибочно. Ну да. Не просто так, да. Я тоже думаю. Это жена его же сказали. Почему он так плохо свою жену знает? Что-то искала. Нас привела. Mind your step. Next question. Good question. Next question. Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Блять, надо эту вибрацию тоже выключить. Но она нужна вообще, блядь. Подожди, деда. Я вот... Подожди, подожди. А что это такое? But, sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. А, то это правильная дорога была. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be sort of enchantment. Какой лед? Ну, Анатолий, блядь. Ведь тепло же на улице, ты же видишь. Все легко одеты. Как он может? Он бы расстраивал. На центре. Так. РТ. Для основного заклинания. Итак. И. Ча. Вот так вот. Используй камеру для выбора текущей цели. Правой, окей. Некоторые игроки предпочитают выбирать цели и перемещаться со своего персонажа. Используй один и тот же мини-джойстик. Для
Этого настройки необходимо подключить функцию и прицеливание с помощью камеры. Некоторые игроки предпочитают выбирать цель и перемещать своего персонажа, используя один и тот же. Для этого настройки. Ну, я не знаю, некоторые мы или не некоторые, я хрен знаю. Будем играть по умолчанию пока. Честно, будем. Так, а что такое? Ага. Понял. Типа я сойду в эту сторону, смотрю. Чик-чик-чик, и мы на ага, чё. Наверное, все полностью сделать, как было. Это дело все. А, я ничего не менял? Окей, ладно. Подумал, что поменял. Че? Ай да я! Райса. А теперь наверх. Угу. Хорошо. Оба. А, и когда прицеливаешься уже, да, конкретно, понял? Репейру. О, как все просто, блядь. Отремонтируйся. Да не, я буду правым целиться. С чего бы это левым стиком целиться-то? А если я держу? Вот там. Why would someone have built this here? I suspect they value their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Окей. Other place, не на своем месте. В принципе, чё, блядь, можно подтягивать. На миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша текущая цель. Нажмите и удерживайте, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Understand. С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать единственные руины, которым по нашим расчетам должен был привести портал. Я не понял. Очень интересно. Так. Это... Кажется, что-то здесь выглядит... Профессор, не так. Да ты что, ты видела, как я? Хоба! Хоба! Так, это что? Это статуи? Просто какая-то подходит к вещам и говорит... Профессор, это то. Это, блядь. Ва. Ва. Просто если... Если вы горшок, то я с вами по-любому разберусь. Всем горшкам. Опять этот червон праздничка, на что он способен заслонять, ага. Зеркало, братуха. Просто зеркало, чё ты? Старый, шевелись. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? Комната. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Что?
он откроет его или что? Мне пройти туда? А, исследовать идет. Далековато стоял, поэтому. Ничего себе. Ну что тебя так удивило? Дед, только что, блядь, дракон прилетел и кусил пол жопы, блядь. А ты говоришь. Так, мы телепортнулись, и туда. Что ж тут было в отражении? Если что, я могу их... А, этот гоблин. Я бы не сильно отсаскался с ним, они же грубые. Ну, ногти, блядь. Зубы. Для чего такие зубы? Что делать? Сейчас, подожди, бормочет. Ух! Ух! Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Поприветствовать стал или что? I presume. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Это не только портал. Это же еще и обыкновенный ключ. This way, then. Stay close. Stay close. After you. Thank you. Прикололся такой. Если они вам нужны. Такой свой у них банкирский юморок. Гоблинский, блядь. Ну и что здесь смотреть? Ну да. Сейчас мы прямо под главным залом здесь расположены. Влиятельный. Значит, его жена была влиятельным клиентом. Вот такое впечатление, что старый вообще ничего не знает о своей жене. Смотри, любые чары. В средневековье. Когда ведьм водой там топили. Короче, если ее в воду закидываешь, через 5 минут, если она не умерла, значит ведьма. А если умерла, ну, хрена там. Путь предстоит, а нельзя? А, телепортнуться нельзя, да, туда? Будем ехать к нам все время. Почему они старые все? Vault number. Vault 12. Momentous day. Не очень это ему нравится, но... Почему? И все молодые гоблины. Они там берут с определенного возраста. Тоже старый. А, нет, тот же самый. Ты смотри, какой цепский взгляд у Анатолия. Заметил на этом? Я не заметил ничего. Ни у дракона, ни у этого. Вот вы и на месте, да, прекрасно. Так, ну все это можно убрать. Я же пополнил, ну?
Первый раз открываем. Ну да. Ну что? Поехали. Так, а что-то там было справа. Сейф номер 12. Благодарю вас. Мы с такими ногтями. Нет, они с подручными, наверное, вообще. Да ты шо? 66. Йо-йо. Так вот. Могу пройти мимо. Значит, надо осматриваться. Просто прострелил башку. Насквозь. Так, ничего нету. А, вот бегать можно. Это отличная мысль. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder. Откуда он знает? Он даже не знал, что у жены, бля, был этот вообще сейф, что она. Он так и думал, что это какая-то замануха будет, бля. Professor, that was certainly unexpected. Ну, не думаю. Вы же как-то сюда попали, так что, скорее всего, так и влезете сюда. Ревелио? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Зафиксируй палочку с помощью L и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки, по контуру символа нажмите соответствующую при появлении подсказки. Так. Ревелио. Move a bit closer and try again. Где-то мне еще нужен, где? Может пригодиться еще. Ревелио, это и это, да, как его, блядь, знак этот, как он называется, масонский или что это? Какая дверь? Блядь, тут спрашивает старый. The same glow as the one I saw in the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Майк. Lumos. This is так, а мой Люмос где? I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean? Трансгессировать отсюда не получится, это как-никак Гринтос. Ну давай, у тебя только палочка светится, слышишь? Нет. Так, окей. Что слева было, вот это вот что было, мать? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Reflection on the floor. What's that? Reflection. Так. Ravelli, I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm. Иди сюда. Да, вот подойди. Зафиксируй палочку с помощью L
Бакон нажми вас, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки, Бакон нажми вас, чтобы не позвал. Световые чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Так. Сейчас просто вытаскивает меч и рубанул обоим по башкам и все. Ну это их несколько будет, еще лучше. Сейчас запинаю просто. Протейгл, окей. Так, ну у меня только Люмус, братуха. А, понял, понял. Давай. Раз. Пей. Давай. Давай. Давай третий раз, все. Нажмите РТ с помощью основного заклинания. Потом что? То есть ты, чтобы уничтожить ситуацию с помощью основного. Какого основного? У меня только есть Люмус, больше нет мне ничего. Уничтожи, блядь. Чем? Засветить? Фига! Они же вот туда летят, я думаю, туда надо идти. Здесь из сундуков нигде нету никаких. Которые... Такой мы уже были. Ага. Так. Все, ожил. Ну это понятно, да, просто не додержал. Я думал, они уже встали. Зачем их поднимать, если они только что нападали на меня? То есть... Что их удерживает сейчас опять снова напасть на меня? А там что такое? Lumos. Protego. Так, чуть не пропустил очередной 47 баков. Йо-йо. Способ, чтобы поднять их всех одновременно. Я не... Так? Не, подожди, слышь, ну я же, мать твою, она... Вот тут. Как мне их бить? Я только свет могу зажечь. А, вот так, понял, понял. Просто разваливаю. У них не было шансов, блядь.
Лишь во время применения протега, чтобы... Остолбенение... так. Удерживайте во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Понял? Давай, нападай. На. Сразу. Погнали. Следующий. Почему-то не этого атаковал, странно. Главное, этого отражает, а атакует другого. Интересно. Надо, наверное, попробовать. Опцию. Сэм. Ну, чтобы стиком... Я бегу уже еще... А, еще быстрее? Ага. Нажмите, чтобы бежать. Вот, бежит же. Короче, чтобы левым стиком и ходить, и наводиться. Что сейчас вот я камеру не поворачивал, получается, и он не это. Профессор Фига! Так. Lumos. Где-нибудь сундучки, что-нибудь, бабосы, что-нибудь. Сейчас просто все исчезло. Кажется, потерялся. Прекрасно. Угу. А. Типа мы под водой, что ли, что? Почему пузырьки идут? Водой не должны смыться все чары. Мы же в иллюзии, да, типа, или как это называется. О, этот, который пил. Дамблдор. А, не, это этот, который воспоминания. Либо туда закидываешь и потом, да, или что. Ну, надеюсь, очень. Было бы тупо, если он вообще... What is this place? I don't know. Лет... Вообще не его покупает старый. Мух не ловит. Не в курсе вообще ничего, просто ноль. И он меня подготовить должен. Да он вот памяти в нем. Можно. Можно. Интересно. Ну да, это значит тоже, как у этого, ну. То есть... Что там думать? Старый, ты же не должен знать, что это. Follow my lead. Follow my lead. Задерживаешь дыхание. Да. Хогвартса. Ой, как у этого Гарри Поттера. Почему нельзя было, блядь, Гарри создать полностью? Вообще, я не понимаю. Я думал, типа, у них там авторские права туда-сюда, но они вон много слезались с фильма. Типа, неинтересная история была бы, но можно альтернативную какую-то там. Невозможно пройти, невозможно, это лишь для тех, кто видит следы, следов древней магии, которые вижу я. То есть для меня. Окей, я типа его потомок, и я сразу завенчаю какие-нибудь эти. Типа такое испытание, кто-то туда, ну, видит сразу, как этот Персиваль. Мы сделали все, что могли. И, типа, я вот при этом все испытания прошел, и получается, что, мол, типа, я его либо потомок, либо я вот знания обладаю, или... У меня дар такой же, вот.
that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Но не смогла доказать. And perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. А Джордж кто, блядь? Are the key to understanding why. We were rather different a moment ago. Someone's coming. Someone's coming. I don't know. But sir, you shouldn't be in here. Крутой перец. Это как пол человека, да? Ну то есть не пропорционально, у него ноги до, руки до пола, зачем? У него еще перчаточка, знаю какая. To the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to vault 12 were quite clear. Порядок. Sir, прежде всего. I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't tell. Понятное дело, что ты его не переубедишь. Почему с чего ты предашь? Это эльфы здесь не очень какие-то. Ну они и фильмы-то не очень, блядь. А тут что-то вообще какие-то. Им палочки не нужны, да? Я так понимаю. Они могут колдовать руками. Это этот Сторо. Эти доспехи, которые самопроизвольно. Старый брат, да? Почему он этого хочет гасить, я не понял. Чё он стоит, мать твою? Дерь, давай, шевелись. Отдувается. Ух. Усмехается. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Они же знакомы были. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket. Он потом создал этот медальон, такой хитрый способ до них добраться хотели, чтобы. Ну да, это я сказал еще 5 минут назад, блядь. И музыка оттуда, да, походу? Хогвартский экспресс. Наследие. Thank you.
Подожди-ка. I'm no expert, but that seems more. Петя, ты такой, что открой, блядь. Now, дверь, что ли, открыть нельзя? As так. Секундочку, как я тебе открою, если ты... Я же тебе говорю, что я на стриме. Так. Зарь? В дверь звонили? Это Петька вроде. Вроде. Или не вроде. Так, продолжим. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Конечно. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin Enough. Problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Поговорим в другой раз. И они вот такие маленькие, вот, а я буду там здоров. Я буду, мне кажется, первым там по драке. Сразу... Это кто? Профессор Уизли! Потом, блядь. We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Постарше остальных? Да, я говорю, сам буду здоровый. Come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Если у тебя есть свои предпочтения, предубеждения, некоторые... Я не знаю, что хочу, ну да, хотел бы. Учиться-то по-любому. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Черта характера. Тут я думаю, отвага, любознательность, верность, амбиции. Блядь, отвага, ну. Я отважный, Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Если придется. Не хотелось бы, но... Perhaps you belong in Gryffindor. Кто бы мог подумать. Выбрать другой факультет нужно. Еще что есть? А что, мама не может достать?
пусть идет Гриффиндор, да? Я думаю, тоже. Гриффиндор. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Да, у нас много дел еще. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Так сейчас носик попудрю. Чувствую, с ним у меня будут терки еще. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Так, ты нас проводишь. Хорошо, давай. В комнату Гриффиндорфа. Вот так понимаю. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. А это толстая, та, которая орала там. Может, не она, конечно. Можно так говорить, что она толстая? Password? 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 Пароль, да. The password is Grata Domum. Grata Domum.
Она же видела, что она только что курсанула ей... она дала ему пароль только что. Это же никаким... Даттон Шутсом не отвечает. На первый урок нас проводит лично. Прайса Уизли. Она... Это кошка? Да, по-любому. Ну, то есть, первое новое место, я не думаю, что он так прям хорошо поспит. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Надо поспешить. Соло. Так. Что у нас здесь есть? Это вот на кровать. Похоже на это, да? Этот. Хорошо. Зачем? Типа, ничего не приводит в голову. Что это такое может быть? Пепельница, блин. Лампа. А какой год это, интересно? О, моя метла. Ничего себе. Зеркало. В котором ни хрена ничего не видно. Яблоки. Это мы видим у соседей мои. Сколько их здесь? Два. Раз, два. Нет, даже три. В принципе, я не знаю, такой этот. Как они называются? Общага. И все налево, да, надо? Окей, хорошо. Мы налево, конечно. Не пойдем сразу налево. Ну, посмотрим, что здесь есть. Всякие. Вот это что? Отлично. Это вот нам туда надо. Мы никуда не сможем пройти, да, походу? Кроме как туда. Так. Это чё? А это моя? Я здесь был? Это пиздец. Бежал этот, что ли? Не понял. И они просто такие смежные, так сказать. Ага. Понял, так? А здесь уже что-то есть. Читать почту. Это для почты. А сейчас зачем? Где почта? Сразу нельзя? Где почта, где? Чтение меню нет. Настройки интерфейса. Имеется в виду, наверное, тип запись, да? Да, сохранение типа. Понял все. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. А еще выше часть? Ничего. А еще одна. Что нужно? Ну все. Эй, girls. А, это типа их, да? Это их факультет, и это начинаю забираться и съезжать с ступени. Хорошо. Йо-йо, у вас кейта, пимби, я новенький. Чё, как вообще у вас тут? Слышь, рыжая, у нас с тобой цвет один волос. Вечером уже затусим. Я могу магию видеть. Позже пообщаемся. Так. Ну они все здесь здоровы. Я думал, что я здесь сам. А, нет, типа. Глобус покрутили. Что поместить? Что поместить? Погодь. Сейчас оглядусь и помогу тебе. Сразу же. Эй, сам. Это что за гном? Может, ты гоблин, да? Это кто? Нелли? It's perfectly safe. Mm-hmm. Well, hello.
Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. Ну что? Зачем? By the way, Nelly Oxbyre, I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? Кто вообще должен о тебе говорить? Dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in... Ладно, короче. I'm sure I'll be seeing you. You never know. Очень интересно. Bye for now. Bye for now. Ну-ка. И шо? И? Молодец. Still not working. Может, еще с кем-то можно перебазарить? Или вон с этими, да? Так. Чашечку. Ух! Чашечку чая. Печеньку возьму. Гаррет. Уизли. Вот мой будущий друг по имени. Hello. You're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? То походу этот отец a friend of Professor Fig's. Weasley или еще дальше, может, дед? Didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Ну да, некомфортно, я думаю. More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что у тебя в кружке? Что там? Пиваешь? I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Okay. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiganweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you. Thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. А давай подкрутим басу. Ну что такое? Что это было? Печь? Ну шо? Я молоко перекусил, все, что я делаю. Тоже так могу, да? Че? Смотри мне. Ну так что могу. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege?
протеже? Нет. Сейчас, чего я протеже-то мне? Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. У тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Да, ну, надо подбодрить. Конечно. Я не знаю, получится у тебя или нет, но говорить тебе, что не получится, это не моя работа. Пусть кто-нибудь другой скажет. Сложно так начать без слов. Once I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Прямо какой-то... Не очень интересная история. Не смешная. And even then, many struggle with it. В следующем году. Какие игры вообще можно было клепать бы одну за другой, бы? Каждый год в Хогвартсе можно было бы играть. Они, я не знаю, когда последняя игра у Гарри Поттера выходила. Не могли, можно базариться насчет прах. Хорошо. Lumos. Lumos? Вилс. Вечный огонь. Ча. Ладно, пойдем. Почему такой? Почему нельзя делать нормальную дверь? Зачем это? А если там пожар, блядь? Они же все за это... Застрянут в этой. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, уникально, вы ведь поступили сразу пятую школу. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Окей, но у меня талант, не будем забывать, тетя. Уизли. Они все рыжие? У них прямо какие-то это... Сов. Угу. И по ЕГЭ, блин, да? They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary. Маги придумали нечто необычное, чтобы помочь ему успешно. Прямо какой-то он, мать, особенный мальчик. Ого. Ну, каждому студенту нельзя просто выдать по такой книжке по ускоренной программе. Как в этом? Когда они таблетки, и память у них развивалась. Он-то мог за одну ночь стать профессором. Так и тут. Окей. Хорошо. Отлично. Непременно. Ничего себе. Как-то она убрала ее, блядь. В принципе, если ему 17 лет, у него такие силы, он бы мог бы уже делов натворить. Ну, то есть какую-нибудь фигню. О, этот, утконос. Же этот, с мультфильма. Была бы память, сказал бы кто-то. А это этот, банда Нью-Йорка, который с Леонардо дрался. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah,
The guide appears to have some information for you about. Похоже, у вас есть вас информация о несчастном Баруфио. Несчастный Баруфио, это он? Ревелио, это вот это? Это он по третьей изображен волшебником Баруфио, пославшего своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он принес ЕС, С вместо F, и в результате множество лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Выполнено испытание из руководства, это единственный способ заработать очки XP. Хорошо! Так. Это ваш уровень волшебства, опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Хорошо. Так. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс с прохождением испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Хорошо. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы же разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы руководства для того, чтобы продолжить. Соберите странные руководства в Хогвартсе. Так. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида. Как звук вообще. Испытание. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Испытание заблокировано. Хорошо. Соберите страницы руководства один, да. Один из двух. Один я собрал. В Хогвартсе два. Внешний. Окей. Хорошо. Так, можно получить меню испытания, возвращаясь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Окей. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Угу. Не совсем понял как, но я думаю, разберемся. Кири-кири-кири. Деревянный кот какой-то. Блять, ну что это? Кот что ли? Ничего? Кто это вообще, блять? No time to waste. You've classes to attend. Да-да, окей. Пойдем. Золотишко. 52 штуки. Эй, детка. Good timing. Perfect opportunity. Да, ты уже. У тебя всегда вовремя. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам нужно обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. с летучим порохом. Вы можете открыть карту в любое время и мгновенно добраться до любой нужной точки. Отлично. Город разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиный и большой зал. Ага. Южное крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета – это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных. Окей. Правой части, ага, понял. Угу. Летучий пламень в центральном зале, окей. Погнали. And here we are.
Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Прекрасно, Тунул. В любое время, в любое место, отлично. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station, so to speak. А что такое? Lumos. That should be all for now. Дневного заклинания и защита от темных искусств. Отлично. С Северусом Снейком, надеюсь. Или с этим одноглазым тоже пойдет. Ну давай посмотрим, что. Чем у нас будет учить на уроках заклинания? Именно этому заклинанию. С названием сразу понятно. Ну что ты, Анатолий, ну что за вопросы? В том тебя могут на заклинаниях уроки учить. Конечно же, заклинания. Так, что такое защита от темных искусств? Если ты сейчас скажешь, что это защита от темных искусств, название вы будете учить от себя от зла. Ты даешься в внешнем виде. Кто бы мог подумать, блядь. Так, Сара, не бубни, я понял. We are lucky to have the ever-gifted Professor Hecate in charge of our students' education in that regard. Посмотрим. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also типа как Чайнатаун, только Мейджтаун. Сливочного пива. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, я же гений, так что не волнуйся. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing. Ну да, он вообще мне помог. Чуть не угробил, блядь. Старый. Два заклинания помог и вообще какие-то за женой, с драконом увел, блядь, пиздец. Не надо, чем таких друзей, преподавателей, врагов не надо. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи на холод и кольными путями добирались. Я не знаю, тебе надо это знать. Промолчи. Ну, короче, ну, ладно, профессор Фига должны быть причины добавлены. Да, не надо было тебе было разговаривать, в принципе. Ты ничего знаешь, крепче спишь. А вот он. Speak of the devil. Как типа тёрто поминаешь. Хорошо же, будем учить английский и заодно играть. I'm afraid. Yep. Боюсь. For magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages. Was the right amount of peace. Chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit chat. I need to get to class myself. Enough of chat. Professor Fig, to explain the details of the field guide's map. Of course. Thank you. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my class. Yes, Professor. You've attended both classes today, and I'll дополнительные задачи. Ух ты, кто же не любит дополнительные задачи, блядь. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну ладно, чтобы мы функции не пойдем. Hogsmeade, окей, в деревню эту. Тут, кстати, нету отношений, но это и хорошо. Игра как бы по учебе. Ладно, я сейчас долго здесь буду ходить. Погнали. Так, давай не как в прошлый раз. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне не лучше. Ты все-таки, да, ты проболтался. I didn't tell her anything else about our travels, sir. I will say,
I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well. Но это было неправильно. Brilliant and astute witch. It was right to keep the witch. We don't know where this path embarked upon will lead. It may require a bit more. Которую она бы она не одобрила. Окей. А, ты мне точно, мне кажется, угробишь. Что и хочешь куда-то отдержать. Understood, professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Ну да, я талантлив, но я... The benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Ведьмы и волшебники. Волшебники — это как благородное такое имя. Ты, он волшебник. Посмотрите, он творит, этот волшебник делает волшебство. И ведьма, блядь. Ведьма. Что, ведьма не творит? Блядь, не то нажал. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Прекрасно. Это значит, что вы идете основные задачи. Выполняя основные задачи, вы подвигаете по основной истории. Трудите на возможность, заработаете опыт. А некоторые задания заблокированы за требование к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните следующее задание. Окей, продолжит. Одно из этих. А, занятия по защите от темных искусств, согласно карте. Классно. Вызвать руководство, зачарованный компас, найти дорогу, окей. А второе, что? Согласно карте, занятия по заклинаниям. Давай от темных искусств. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Ну, похоже, будет на следующий день. Сначала занятие, а потом визит к Хогвартсу за покупку. Не забудьте купить волшебную палочку. У меня же есть. Оливандер, ну да. Уже этот... У него была палочка. Зачем мне еще одна палочка? Зачарованный компас. Ага. Отлично. Надо пробежаться, посмотреть быстро. А, понял, ага. Понял. Можно заблудиться, наверное. Это, конечно. Давай. Какое-то зелье. Варенье. Здорово. Этот. Я бы зашел к нему, он бы типа не это. Не разнервничался. Эй, ты там что делаешь, ну. Ладно. Доску ему подпортил, ну все просто спокойствие, как у слона. Еще одна дверь, ну ее просто. Не получится быстро все пробежать. У, да эти нет, эти здесь. А, это я не схватил. Клянусь быстренько. Ворота. 52. Закрыто. Пока. Пока закрыто. Дальше больше. Сейчас надо будет освоить заклинание замка и... Были? Назад. Another adventure, are we? Чуть позже. И что? Не открывается. Ну ладно, пойдем. Какой-то звук? Что за звук?
Так, 65 метров. Куда-то налево, наверх, наверное, сюда. Тут опять же внизу. Не хотелось бы что-нибудь упустить из золотишка. 142 staircases, and this is where they put me. Так, ну я думаю, хватит на сегодня. Посмотрим. Бомбарда! Это... Бомбарбия, Киркуду. Если вы не согласитесь, мы вас убьем. Наушники, я вижу, как череп черного гибрида у меня всего один. А учеников у тебя, типа, и сейчас бы его сейчас раздавило бы. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in Eastern Wales. Все дело в знании. To boast about it. Knowledge. Банду. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself? Он станет уязвим. Попробуйте защитить, мистер Протте. Чё, щегол? Съел? Начнём чего-нибудь попроще. Угу. Это всё завтра. Так, всё уже... Или... Угу. Так, спасибо друзьям, которые зашли на стрим. Завтра в то же время, может побольше, сейчас еще здоровья нету. Камеру можно поставить. Сейчас пока уже опухшая немножко, снимать неохота. Короче, да, спасибо, кто заходил, кто поддержал. Дальше больше.